Кто вы? Меня зовут Фливарка, ваш адвокат. Слово предоставляется присяжному поверенному господину Блевака. Я приглашаю вас в театр, господа. Я буду счастлив видеть вас и одну. У тебя же семья, как ты можешь? Разговор есть. Это все люди, наведенные дачи Айди. Бесстрашие — это не всегда про смелость. Это иногда банальная глупость. И только смерть! До встречи в суде, ваше высокопревосходительство. Вперед, Чингисхан! Я в тебя верю! Вы большой артист. Я такого даже в малом театре не видела. Дело будет громким, но продолжай. Ты что, откажете? На фонтик, с интересом возьмусь. Вуаля!